ничто так не демонстрирует вот весь цинизм и гротескность ситуации, да, идиотизм этой ситуации в поведении оккупантов, как вот эти детали. Да не то бордюры белят в городе, в котором все развалено, то теперь мы готовы будем сдавать из советских времен. Слава богу, из нормативов метания гранаты убрали, заменили на метание мяча. Да? Но зато все равно оставили лыжные гонки. И мне очень было бы интересно посмотреть, как это будет организовано в городе Мариуполе в июле месяце, в июне. На каких лыжах кто куда побежит. Но вообще весь бред этой ситуации. Дети, которые остаются голодными, которых кормят бурдой в том, что они называют школой, там, где их пичкают только российским чтением, языком и историей России, а они будут устраивать ГТО. Честно, я не знаю, как это можно комментировать, не прибегая к нецензурной лексике, потому что само по себе большего сарказма в анонсе этой новости уже, наверное, сложно придумать, если честно.